Всем привет, с вами Зацветайка. Сегодня у меня по плану пересадка сансевьери. У меня вообще осень это время великой пересадки. То одни, то другие. Обожаю сансевьерию за четкость линий и такую какую-то лаконичность. Вот, у меня, в общем, идея созрела посадить их вместе. Так у меня тесно, так мне места не хватает. Приходится крутиться. Так, остался у меня вот такой горшок. Здесь сидели раньше балконные томаты. У меня вообще два таких больших кашпо. В один посадила дифенбахии. В этот хочу пересадить сансевьерии. В качестве дренажа буду использовать монтажную пену. Ну, давайте начнем. Извлекла я растение с большим трудом. Сансевьерия довольно мощная растюха. Она даже может ломать горшки, буквально разрывает их, когда разрастается. Странная какая земля стала. Вообще это покупной грунт. Почему-то выглядит как садовая. Очень плотная. Сансевьерия категорически не любит перелива. При переливе вот так вот желтеют листья, как отгнивают. Вот ком земли до сих пор влажный, хотя поливала я ее дней 10 назад. То есть зимой чуть ли не раз в месяц поливаю. Но это в том случае, если далеко от отопительных приборов стоит. Растение очень теневыносливое, неприхотливое. Можно поставить его в самый темный угол комнаты, и оно будет себя прекрасно чувствовать. Так, ну это пока отложу. Займусь вторым. Вытащу без вас, потому что времени это отнимает очень много. Неожиданно маленькая корневая оказалась для такого большого растения. Ну вот как-то он так вот вырос. Я часто грешу тем, что пренебрегаю дренажом. В том случае, если у горшка хорошие большие дренажные отверстия. В случае с сансевьерией так лучше не делать. Поэтому дренаж обязателен. Нам никак нельзя заливать растения. Вот, просто наломаю монтажную пену. Будем считать, что это пенопласт. Наломала прямо от души, не пожалела. Засыпаем небольшое количество грунта. Поставим растение. Убрала вот эти вот чешуйки с шеек растений. Еще у меня есть два вот таких листочка. Один был надломлен, я его срезала. Второй вот недели две назад кот у меня сломал. И они просто сидели в горшке рядышком. Ну, понятное дело, еще не укоренились. Вот. Но он обязательно укоренится, потому что именно с такого листочка у меня все и начиналось. Ну и присыпем. Вот что у меня получилось. Я его немножечко заглубила. Теперь листьям легче держать свой вес. Так, листочки. Листочки посадим
рядышком. По моим наблюдениям, глубина посадки не принципиальна. Так. Ну и где? Вот с этой стороны, наверное. Вот. Теперь поливать придется еще меньше, потому что увеличился объем грунта. Вот такой красавчик. Вот и ему неплохо, и у меня место прибавится. Всем спасибо, что смотрели. Пока-пока.